год сложился очень удачно для меня. Ну, конечно, было очень легко. Мы сначала тренировались, готовились по WSB. Вот, провел я там 6 боев. И в WSB сложилось не очень удачно для меня. Вот, как бы я не завоевал там лицензию. Вот, ну, не остановились на этом. Там был промежуток. Вот, я отдохнул, осознал ошибки. Вот, с новыми силами начали готовиться к чемпионату Европы.